Горячий обед для бездомных и малообеспеченных. Последние дни масленичной недели активисты православной службы помощи «Социальное служение» провели очередную благотворительную акцию. О том, что в сквере у Киевского вокзала столицы будут вновь раздавать горячее питание, эти обездоленные люди узнают благодаря сарафанному радио. На этот раз, помимо традиционного супа, православная служба «Социальное служение» приготовила своим подопечным настоящее праздничное угощение – блины с вареньем и сгущенкой. Давайте банки, Вот мы испекли порядка 500 блинов и сегодня раздаем вот на Киевском вокзале бездомным, чтобы они тоже имели возможность отпраздновать Масленицу. Мы понимаем, что, конечно, мы не заменим им ощущение дома, да, и какого-то тепла, уюта, но мы можем точно подарить частичку этого тепла, потому что мы пекли эти блины с душой, с молитвой, с песнями, с любовью. И очень надеемся, что сделаем приятно сегодня этим ребятам. Накануне вечером несколько часов подряд молодые люди из добровольного общества помощи бездомным Киевского вокзала и активисты социального служения провели у плиты в трапезной Богоявленского кафедрального собора. Пекли и раскладывали угощения по разовым тарелкам для удобства быстрой раздачи. У них уже есть опыт общения с людьми, от которых уже давно отвернулось общество, а прохожие при встрече стараются отвести взгляд или обойти стороной. Основа этого всего заповедь – возлюби ближнего своего. Если, как бумерангом возвращаться, если мы начинаем агрессировать, соответственно, и нам также агрессии, если мы будем любезны, с улыбкой, братья и сестры, соответственно, к нам такое же добродушное отношение и понимание, и очень все спокойно проходит. Ну, еще, соответственно, перед кормлением молитва. Без молитвы никак.